будем выпекать пирог для ленивых с яблоками. Что для этого нужно? 3 яйца, 1 стакан сахара, 160 грамм, 4 яблочка, 1 стакан муки, это 150 грамм, 1 чайная ложка соды, соль по вкусу, кто как любит, ванильный сахар или есть ваниль, разрыхлитель теста и корица молота. Давайте готовить. Яблоки порезали на дольки и пересыпем теперь стаканом сахара. И пусть эти яблочки дадут сок. Ну, можно и меньше немножко. Перемешаем. И пусть они постоят до, когда мы замесим тесто. Взбиваем яйца вместе с сахаром, постепенно добавляя сахар и соль по вкусу. Вот так вот мы взбили. Теперь гасим соду нашу кипятком. Кто любит, можно гасить и уксусом. Но я предпочитаю только кипяток. Вливаем и взбиваем. Так, взбили мы с содой вместе. Сейчас добавляем муку. Но муку предварительно добавим разрыхлитель. Добавляем в муку ванильный сахар, у кого есть ванилин, по желанию. И разрыхлитель теста. Все перемешаем. Добавляем постепенно в эту массу муку, помешивая сверху вниз. Вот так. Сверху вниз. Получая однородную такую массу. Перемешивая до консистенции такой вот сметаны. Берем форму, выкладываем ее пергаментной бумагой, вот так вот. Смазываем ее маслом и выкладываем 1/3 вот этого теста вот на эту формочку. Постепенно выравнивая, выложили мы тесто вот. Аккуратненько. А теперь будем выкладывать рядочками наши вот эти яблочки. Предварительно, если есть сок, конечно, его нужно вот слить, этот сок. Вот так вот мы выкладываем наши яблочки по кругу. Желательно яблочек не переборщить. Вот этого достаточно. Теперь мы заливаем остальное наше тесто наверх. Кто любит корицу, посыпаем сверху яблочки корицей. Ну, это на любителя, кто как любит. И ставим в духовку на 40-50 минут на 160-180 градусов. Пирог наш готов. Сейчас мы будем вытаскивать его из формы. Вот он выпекся. Сделаем мы сейчас последний шаг. Посыпем наш пирог пудрой. И яблочки наши пропеклись все. Вот такой вот пышный он у нас получился. Очень вкусный. Как видите, в разрезе. Пышный такой. От домашних яиц. Желтенький. Такой вот. По такому же рецепту сделала я в форме кексницы. Только яблочки положила другой формы. Всем спасибо за просмотр. Заходите, я буду всем рада.